Ну что, приехала машинка у нас, забавная, она знаете чем? Тем, что она в России очень редкий автомобиль, называется Opel Movana. Машину хозяин лично покупал в Германии, то есть вот он ездил за ней в Германию, в России. Их в продаже, ну, практически нет, теперь смотрите, он говорит, вот эта дверь, ну, 100% он знал, что ее делали в Германии. То есть вот у нас его всегда, ну, там, Германия, немцы... Ну, имею в виду, автомобили немецкие, все круто, все на высшем уровне. А там работают такие же люди. Смотрите. О. Видите, что происходит? То есть машина приехала вот так вот. Приехала на переделку. Будем исправлять вот эти вот проблемные... места, полностью перекрашивать дверь. Теперь, смотрите, под стеклом там идет также краска. То есть, ну, естественно, если шпатля треснула, то никто стекло не снимал. Будем перекрашивать дверь и исправлять мелкие косяки. Ну, сколы сюда пленочку приклеим защитную. Порожек там немножко помят. Вот, друзья, вот вам ремонт в Германии. Там работают такие же люди. Не удивлюсь, если... делали в таких же гаражах, никто не